Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA San Andreas снова. Короче говоря, в прошлой серии мы переехали в этот город, Сан-Фьерро называется. И вот такой вот гараж у нас есть. Ладно, давайте в него зайдем. 5-5-5 мы даем чаевые. Карл, как там в Сан-Фьерро? Да, фигово. Если честно, мне только тебя, офицер Темпани, не хватает. Да, понятно, ведь ты еще не потерял подарочек для своего дружка. Тот, который пытается нам с офицером Пуласки наградить. Да. Предложи-ка ему машину и звони сразу в службу безопасности. Эй, ты, козел, кодекс улицы глазеть не стучи. Пусть это погубит тебя, меня, моего брата, мне пофигу. Но уличные пацаны никогда не звонят копам. Карл, да ты... Он окружной прокурор. Да что ты говоришь? Где же его искать? Он в отеле Ван Кого в финансовом районе. О, ладно. Офицер Темпани опять. Давненько не было его, блин. У нас в гараже никаких транспортных средств нет. Нету, жалко. Блин, тут коп ходит. Вот если он увидит, что мы садимся в машину, плохо кончится. Ну ладно. Увидел, поди. Нет, не увидел. Копы тут тупые, конечно. Зиро сказал, что у него там купить надо эту. Магазин продавать у него собираются. И нам надо за 30 тысяч его купить. У нас нету пока этих 30 тысяч, поэтому мы этого сделать пока не можем. Его миссии я проходить не планирую. Пройду только одну миссию. Дальнейшие миссии там будут с радиоуправляемым самолетом, а затем с радиоуправляемым вертолетом. Я такие проходить не хочу. Они, благо, не обязательны для прохождения полного сюжета. Отель обслуживает машины клиентов. Скоро здесь будет машина окружного прокурора. Да, пока не загорится зеленый свет, он никуда не поедет. Типа эти люди в красных жилетках, они это самое... У людей берут машины и ставят их. А чё, сами люди не могут это сделать? Блин, вот пешеходы мешают ему проехать. Вот тут можно еду взять. Нам этого не нужно пока. Блин, женщина это стоит и не двигается, не дает ему проехать. Коп, коп, коп. Блин. Нам нельзя ни в коем случае копов сейчас поймать. Надо оружием запастись. Так. Взяли его одежду. А он в трусах у них тут лежит. Ё-моё. У нас какая-то ерунда осталась, а не оружие. Так, будем идти вот так тихонечко. А, впрочем, не важно. А, ты должен быть новенький. Вставай в очередь. Окружной прокурор едет на синем Мерите. Не спускайте с его глаз. Следите, чтобы другие парковщики не начали обслуживать его машину. А, без проблем. Да, два близнеца и Си-Джей, блин. Это не окружной прокурор.
Да, вот почему люди сами не могут поставить машину на парковку? А вдруг кто-нибудь из таких украдет что-нибудь из машины? Ну там бабки какие-нибудь, я не знаю. О, это окружной прокурор. Он щедр на чаевые. Я с этим я сам разберусь. Интересно, им пофигу, что они заметили, что я еду не на парковку. Короче говоря, едем в гараж, напихаем наркоты туда в багажник и посмотрим, что из этого выйдет. Подставу сделаем, короче. Блин, мне нравится городишко-то. Симпатичный городок, мне нравится. Вот этим я и люблю GTA San Andreas. Тем, что в ней очень много разнообразия. Жаль, что всем пофигу. Просмотры очень низкие она у меня набирает. Ну, больше всего просмотров у меня почему-то набирает только сосед и всякие новости про него. А другое нет. Ну, сосед тоже будет. Просто я уж распринялся проходить GTA, значит, я должен ее продолжать. Но я думаю, что мне надо почаще делать видосы с соседом, потому что... чтобы подписчиков нарастить. Я помню, был такой канал Pilplay, но, в принципе, сейчас есть. Он достаточно быстро набрал... с трудом набрал 1000 подписчиков, потом как начало расти до 16 тысяч подписчиков, до тех пор, пока YouTube не забанил этот канал. Он там проходил игры, на которых надо было накладывать цензуру. Эротические игры, короче. И вот за это забанили. И это, честно говоря, странно. YouTube его не любит, что ли, или что? А, зачем я ее сюда поставил? А, я правильно все сделал, я правильно все сделал. Просто идем отсюда и все такое. И вызываем копов. Мол, якобы мы там учуяли наркоту. Алло, это служба безопасности? Я тут заметил какой-то подозрительный наркотический запах. Полиция! Стоять, не с места! Выйти из машины с поднятыми руками! Ты вообще понимаешь, с кем связался, а? Попрощайся со значком, дебил. Нашел что-нибудь? О, да у него тут пол Мексики в багажнике. Тут травы тонны две. Что? Я не видел ничего, как такое могло бы быть? О, крутая отмазка, дружище. Ха, обалдеть, какая миссия получилась. Чё там? Встань на маркер, чтобы включить миссии парковщик. Ну это чисто, чтобы это... это, блин. Подзаработать денег. Нам, в принципе, это сейчас не нужно. Но, по крайней мере, я необходимости пока не наблюдаю. Дайте мотоцикл сюда. Короче говоря, вот не знаю, то ли YouTube, что ли, его не любит. Потому что многие это тоже на YouTube выкладывают. И у них ничего не банится, ничего. Огранич 18+ просто накладывается. А вот у них... а вот ему просто прилетали страйки. Короче, забанили канал. Он создал, конечно, второй канал, и там также проходил эти игры. Опять забанили канал. Потом... создал третий канал, его не забанили, слава богу. Там он снова решил пройти эту игру там, потому что она у него просмотры набирает.
Он там решил даже цензуру везде наложить, но, блин, даже несмотря на это, этот видос забанили снова. И даже какую-то там игру он проходил, где даже неприличных сцен вообще не было. Нет, все равно забанили. Ютуб просто не любит его, вообще не понимаю почему. Несправедливо я это считаю. Короче говоря, следующее задание. Деконструкция. О, братаны, как дела, Сиджи? Эй, чё за ерунда тут происходит? Я что, на шлюху, что ли, похоже? Чё? Те строители какую-то ерунду юзают. Кто тебе это сказал? Да строители на твоём холме. Я им сейчас морду набью. Не-не-не, я лучше сам этим займусь. Надо их научить уважению. Ну да, верно. Я все равно тут подумаю территорию расширить. Блин, как курточка у него подлагивает, чё-то. Наведи шорох строительной фирме. Разрушь все сборные домики и убей бригадира. Зачем убивать бригадира? Я вообще понятия не имею. Строительные машины помогут разрушить домики. Я понял. В этой миссии деконструкции у нас есть очень необычная смерть. Сейчас мы увидим. Надо будет заехать еще в Монацию, пополнить себе здоровье и это самое. Пополнить броню, точнее, и пушку купить нормальную. Ах вы козлы, я вам сейчас все домики тут разрушу. Ой, блин, тут еще и бочки. На бочки лучше не наезжать. Козлы, как мою сестру посмели оскорблять. Так. Бумс. Красота, не так ли? Ой, там... Там еще один титан сзади решает столкнуться. Блин. Блин, вот этот мешает очень сильно мне. Что за стук непонятный? О, господи, я ничего не видел. Столкни передвижной туалет в яму. Вот зачем это делать надо? Вот объясните мне. Зачем такое делать? Объясните. Ой. Ух, короче, пришлось перепроходить, потому что я взорвался. Ну и вот объясните мне вот реально, зачем бригадира этого сталкивать в яму? Он же ничего не сделал, он абсолютно ни в чем не виновен. Но, блин, игра заставляет меня это делать. Зачем? Это же довольно жестокая смерть. Несчастный бригадир этот. Столкнуть его в яму и залить яму цементом. Господи. Вот кто такое придумал, а? Бригадир ничего же этот не сделал. Он в туалете просто спокойно сидел и все. Блин, вот как подъехать еще, а? Блин, а, ладно. Да, в итоге мы там его заживо и похоронили, блин. Ну, вообще, просто капец какой-то нафиг. Вот зачем надо вот это делать, а? А, ну все. Засох уже цемент. Он там пытается выбраться, умрет сейчас уже. Алло? Чего?
Джей, брат, это Джетро. Джетро, как дела? Да, я говорил с Цезарем, и... Пойми меня правильно. Хочу сказать, что ты, конечно, крут, но когда дело доходит до вождения, ты просто... Короче, Цезарь рассказал, сколько нам тачек ты угробил. Дуэйн тоже такой... Оу, да. Ты к чему клонишь? Да ни к чему не клоню. Просто хочу сказать, что рядом у вас тут есть школа продвинутого вождения. Школа вождения? На что ты намекаешь? Да ни на что. Это вообще Дуэйн придумал. Я думаю, как бы классный и все такое. Ладно, пойду, увидимся. Благо, проходить эту школу не обязательно. Эта школа одно из самых тяжелых, по моему, по крайней мере, мнению, задания. Я не буду ее проходить, потому что она не обязательна для сюжета. Ну ладно, там еще будет летная школа. Летная школа — это вообще трэш полнейший. А вот ее пройти, к сожалению, обязательно надо. Короче, давайте следующее задание. Момент для съемки. Си-Джей, как дела? Мне только что звонил кузен, он сказал, что тачка Балласов едет в Сан-Фьерро за коксом. Да, нам надо выяснить, кто снабжает этих пацанов. Я так и подумал. Я засек их на перекрестке Маклохант. Сейчас за ними слежу. Окей. У меня есть это машина такси. Цезарь достаточно далеко, я вам скажу, находится. Очень далеко. А потом еще далеко с ним ехать в Angel Pine. Где-то вот он находится вообще хрен знает где. Вот где он находится. Вообще капец как далеко. Ладно, я эту поездку пропущу. Чик-чик. Залезай, чувак. Так, я помню дорогу до Angel Pine. Куда нам надо? Они отправились по дороге в Angel Pine. Поезжай по этой дороге и постарайся их перехватить. Наверное, надо вообще убрать метку вот эту. Потому что мы уже тут не живем. Здесь в Angel Pine вообще можно купить дом. За 20 тысяч. Но, блин, не будем же мы там ночевать. Мы большую часть времени будем проводить здесь. В Сан-Фьерро. Приехали, наконец-то. Где фотоаппарат? Блин, грузовик встал, я не вижу вообще ничего. А, все, ладно. Вот он, один из них. Это Райдер. Ах ты, скотский предатель. Обкурившиеся, блин. Этот бизнес важнее любой банды. Вот задница, а? О, это кто еще? Это высокого мнения о себе, видать. Тибон Мендес. Кто еще? А это кто такой? Не знаю. Мне не нравится вид этого парня. Да, наркоту точно продают. А это? Да сколько же там этих клоунов, а? Но это сутенер, его ни с кем не спутаешь. Все не проворачивают с умом, никаких обменов, ничего предосудительного. Это жесть была. Нам лучше разделиться и линять отсюда. Встретимся в гараже. Так, короче, я возвращаюсь в Сан-Фьерро. Встретимся там.
Ладно, на этом мы закончим. С вас лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.